Ну что ж, мы продолжаем возле бургер-бара «Уклейка», и со мной человек тоже в костюме. Посмотрите, этот молодой человек поможет мне сейчас подняться в воздух. Займемся мы левитацией в прямом эфире. Иллюзионист, добрый вечер, да. Алексей, да. Белинский, прямо да. сейчас с нами. Добрый вечер, да. Что мы будем делать? Потому что заинтриговали максимально. А что делать? Спойлер, вы уже все сказали. На самом деле, да, я думаю, наверное, не будем слишком тянуть времени. Сразу же приступим к самому такому странному, наверное, для многих людей. Попробуем переплюнуть Копперфильда сегодня. Попробуем. Дэвид Копперфильд, Давид Абаджан здесь. Смотрите, я максимально у него пораспрашиваю, как он это делает. Посмотрим, расколется наш Алексей или нет. Ну что, давайте попробуем. Я вижу стол. Нам понадобится музыка. И вы все увидите. Музыка, можно да? музыку, пожалуйста, нам? Итак, положите пока папочку в сторонку. О, Господи, просто... Вставайте с этой стороны. Чистенько, да? Нормально? Да, я проверю. Так, нужно сесть сюда, а потом просто лечь спиной. Я придержу. Можно садиться смело, он металлический. Все? А? Все, все, все хорошо, все мне хорошо. Мне сказали, что нужно быть не больше 90 килограммов. Чуть-чуть сюда сдвинуться, буквально немножечко. Вперед? Да, чуть-чуть. И теперь ложиться спиной. Вперед. Так, наверное, еще немножко туда надо сдвинуться, так будет удобнее. Давай, я придержу. Все, 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 ложимся, ложимся. Все, я думаю, нормально. Руки на груди, как вампир. Прям до плеч. Не натягивается костюм. Я понимаю. Попробуем, что из этого выйдет. Так, хорошо. Заправим. Как ощущения пока еще? Нормально, как в санатории. Как в санатории. Ну что, попробуем? Готов? Фу. Ну что ж, в принципе, мы готовы. Голову лучше прямо держать. Ноги можно оставить так. Готов? Ну тогда давай, я думаю, попробуем с тобой это все сделать. Хорошо. Хорошо. Отлично. Это очень странное ощущение. Держись. Как будто какой-то магнит меня отталкивает. Держи, держись, все отлично. Там есть можно что-то поаплодировать, внизу? Я думаю. А мне? А теперь поехали вниз. Супер. Все отлично, все хорошо. Супер. Лежи, лежи. Давай руку и спрыгивай. Как ощущения? Смотрите, сколько людей собралось. Ощущения? Музыку можно отключить, да. Так, Леш, ну ощущения максимально странные. Максимально странные. Я не видел, как это сейчас все происходило. Сейчас я вам визитку дам, сейчас. Реклама, реклама. Да, как Алексей Белинский. Ощущения очень странные, говорю еще раз, как будто меня какой-то магнит снизу отталкивал. Что здесь происходило, мне интересно. А со стороны, да? Да. Надо со стороны. Да, конечно же, Давид не видел со стороны, как это выглядит. Я думаю, зрители точно видели. Тебе на камеру потом покажут, так что посмотришь. Как это происходит? Это происходит классно. Отлично. На самом деле, конечно же... Знаете, иллюзионисты разговаривают вот этими общими словами, там, классно, ну, прикольно. Я же не могу раскрыть вам секрет, правильно? Потому что это мой хлеб, и кроме того, ну, согласитесь, это правда удивляет, это интересно. Поэтому, да, если вам интересно, приглашайте. А вообще, фокусы – это же особое искусство. Это искусство. Вот многие думают, что фокусники – это, наверное, экстрасенсы или какие-то люди со сверхспособностями. Нет. Фокусники – это самые настоящие инженеры. Хитрецы. Ну, да. Хитрецы-инженеры, да. Алексей, пока мы здесь, пока вы у нас в эфире, давайте что-нибудь еще покажем. Что ну, у вас давайте есть что-нибудь в арсенале? Еще. Да, у меня есть, как всегда, колода карт. Я не знаю ни одного фокусника, который бы не был, причем, постоянно с колодой карт. Отлично. Все карты разные. Я так просто пробегусь, покажу. Отлично. Выбери, пожалуйста, любую. Да, здесь можно поближе снимать, чтобы лучше было видно. Давайте вот это. Выбирай. Запоминай, покажи в камеру. Я не смотрю, я отвернулся. Есть? Так. Все, да. Клади, пожалуйста, сюда. Итак, смотри, как сделаем. Немножко перемешаем. Ну, это такой стандартный фокус, на самом деле. Я его на самом много деле, раз видел. Очень много фокусов начинается с выбора карт, да. Но, да, я ее нашел. Это легко, но... Сделайте вот так руку. Оно вот так. Же, оно? Руку, руку, руку. Так. А вот теперь снимайте сюда внимательно. Итак, пятерка треф, ну или пятерка крестика, хотите называть. Накройте сверху другой рукой.
Итак, пятерка у вас, и у меня, допустим, девятка черри. Теперь смотрите внимательно сюда. Раз, два, три. А что у меня у вас? Сейчас? Что? Девятка, да, наверное? Ну, конечно. Да расскажите, ё-моё. Отвлечение внимания. Здесь нет волшебства, здесь отвлечение внимания. Алексей Белинский, третий фокус, давайте еще. Третий, еще что-нибудь? Да, я не остановлюсь. А давайте фокус для зрителей сделаем. Хорошо, я ухожу. Вы тоже можете поучаствовать, пускай зрители тоже. Загадайте любое число от 1 до 9. Угу. Мы про себя, естественно, вслух не говорим. И умножьте его на 9. Только правильно. От 1 до 9 умножить на 9. Да, только правильно. Теперь, если у вас получилось двузначное число, просуммируйте циферки между собой. Uh-huh. Ну, например, получилось там 58, значит 5 плюс 8, понятно, да? У вас получилось в итоге какое-то число. Само название числа начинается на какую-то букву. Uh-huh. Ну, например, если получилось число 5, значит буква П первая. Uh-huh. Там 13, буква Т первая, uh-huh. понятно, да? Uh-huh. Вот у вашего числа название первая буква какая-то. Вы ее просто запомнили. У результата умножения. Да. Сложение конечного. То есть мы перемножили на 9, потом просуммировали цифры и получили какое-то конечное число. Запутал немножко, да? Теперь на эту букву загадайте европейскую страну. На самом деле почти на каждую букву есть. Это может быть Франция, Германия, Чехия, Дания, Греция, Польша, Испания, Украина, я не знаю, Белоруссию можно, кстати. И теперь в названии страны отсчитайте третью букву. И загадайте на эту букву крупное животное. Алексей, только сразу скажу, что в Дании носороги не водятся. Вот вам давайте вот этот фокус как бы преподали. Просто продюсеры показывают, что у нас, к сожалению, выходит время. Поторопили. Поторопили, да. Алексей Белинский, спасибо большое, что пришли к нам, подняли в воздух меня. Поднимайте еще и по карьерной лестнице, я думаю, что это пригодится.